Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале о рукоделии и путешествиях. Сегодня понедельник, 12 февраля, и начинаю снимать вязальный влог недельный с вот этого красивого джемпера. Этот джемпер, который я называю patchwork, я его решила довязать. Он у меня был в долговязах, в отложенном вязании, скажем так. Отложенное на потом. И вот пришла его очередь. Значит, что у меня есть? У меня есть связанная часть, нижняя часть от резинки, связанный один вот такой блок, который я сюда не пришила еще. Вот эта предыдущая часть, она была вывязана у меня в процессе вязания, соединяла. А дальше я решила вязать отдельно. И вот у меня есть такой большой один кусочек, который я собираюсь провязать до плеча. Вот, сейчас я померю. Именно хочу, чтобы была вот такая вертикаль. Я не знаю, это будет вертикаль с этой стороны или она будет с этой стороны. Но с этой стороны, наверное, нет, потому что тут такой рябенький. Я просто хочу, чтобы как-то это все было в шахматном порядке. Рябенькая, однотонная, там по цветам и по всему остальному. Значит, вот у меня есть набор пряжи. Вот такие тут оттеночки, еще есть вот такие, которые сюда тоже подходят. И все их буду использовать. В чем идея? Идея в том, чтобы поиграть на фактурах. Тут есть букле, есть такие мохнатые, да, типа махер, ну не типа махер, а махер. Есть гладкие структуры, есть вот такая букляшка у меня еще, есть вот такой немножко серый оттенок, молочный, белый, бежевый. Есть вот такой у меня, да, это чистая шерсть, тоже хочу такой связать кусочек. В общем, и ну еще я найду, может быть, и другие остатки и буду их здесь использовать. Вот. Такие джемпера в этом сезоне очень популярны, они есть у разных производителей из масс-маркета и из более дорогих марок. Ну, в общем, вот такие. Если найду, я ставлю фото, что я имею в виду. Так, ну, в общем, на эту сторону подходит больше. Вот так, например, да, или вот сюда. И это будут такие квадраты, прямоугольники, я их буду сшивать постепенно, чтобы видеть картину. Значит, это я вяжу, и я что-то опять к нему прям прикипела, и вот буду обязательно продвигать. Это первое изделие. Второе, мой голубой джемпер из махера. Вот, ну тут я вяжу тело по прямой, по кругу, поэтому тут, в общем-то, мне только нужно вязать, вязать и вязать. Вязать и продолжать до, я не знаю, какой он будет длины, но снизу будет обработка вот такая ярко-розовая. Может быть, даже будет такая достаточно широкая обработка. Я вот думаю сделать ее как горловину. Горловина у меня высотой 8 сантиметров. Но я думаю, что 8 будет маловато. Снизу можно сделать и все 15. Вот так. То есть такая широкая будет длинная обработка ярко-розовым. Ну, то есть это будут какие-то такие, как блоки. Да? Только color-блок будет не там по вязанию, а блок будет вот сверху такой большой яркий фрагмент, снизу. Ну, то есть я снизу хочу достаточно такой большой связать. Может, сантиметров 12-15. Не знаю, но выше, чем горловина. Так что здесь голубым еще немножко мне надо провязать. У меня после проймы вывязано уже 15 сантиметров. Ну, пусть будет 20, да, плюс, ну да, где-то мне еще сантиметров 5-6 голубым, а потом я перейду на розовый. Вот такой план. Вот. Единственное, что так медленно вяжется, просто кошмар этот розовый. Так, это второй проект, который я буду, над которым я буду работать на этой неделе. Черный проект. Спинка довязана у меня практически. И я собираюсь переходить к вязанию передней части. Это японское плечо. Но долго объяснять не буду. Факт тот, что мне нужно уже вязать переднюю часть. И я
этого и начну на этой неделе работать. Черный проект, это третий. И синий жилет, который у меня пока что на начальном этапе. Это четвертый проект этой недели. Думаю, что ничего начинать не буду. Буду все это продвигать потихонечку. И, может быть, даже что-нибудь буду и завершать. Среда, 14 февраля. И я вяжу свой пэтчворк. Я довязала вот этот кусочек с косичкой. Это у меня стоит маркер. Пришила часть, квадратик, который связан полупатентной резинкой, и связала шахматкой вот еще один кусочек. Здесь у меня спицы. Значит, что еще? А, у меня еще был связан вот эта часть. Тут было выделено кусочек на пройму, но я перевязала ровно, решила не делать никакие вырезы под пройму. И, кстати, я тут немножко ошиблась. Я привязываю здесь сразу детальки, и здесь уже надо делать пройму. Я померила по готовому изделию, которое у меня есть, связанное снизу вверх, и длина которого меня устраивает. Это должно быть здесь 35-36 сантиметров. Ну вот, если возьмем 36, то вот здесь уже надо начинать делать пройму. Соответственно, мне надо будет здесь распустить и закрыть просто кромочные на белом. Соответственно, здесь точно так же 36 сантиметров, если это будет вот так, да, 36 сантиметров, вот здесь где-то начинается пройма. Я уже здесь сделала скос плеча. Если тут мы считаем, что у нас пройма, значит, тут 18 сантиметров. Ну, в принципе, нормально. 18 плюс 18, 36 окружность. В принципе, нормально. Общая длина на данный момент, если посчитать от вот этого места, где я сделала скос плеча, и до низа изделия, сейчас это 60 сантиметров. Практически 59-60 сантиметров. То есть здесь я вывязала уже всю длину вот по этому плечу. Единственное, не знаю, я уже сделала плечо, но, может быть, тут мало петель будет для горловины, потому что получается, что горловина это будет где-то вот так. Здесь надо будет еще сделать закругление. Ну, если что, в принципе, всегда можно распустить. Это не проблема. Так, значит, со спинки. Может быть, это будет перед, наверное, скорее всего. Но со спинки тут пока что ничего не изменилось. Только довязала в этом квадрате этот квадратик до конца. Но тут еще есть над чем поработать. Значит, с этим работаю. Можно пристегнуть маркеры в новое место. Соответственно, поснимать лишние, которые уже не понадобятся. Здесь. Так что тут я хорошо продвинулась. Мало того, еще и пришила вот эти части, вывязанные раньше. И еще я немножко повязала свою красоту. Вот эту. Где тут мой маркер? Я уже так хочу довязать до вот этого, до розового, чтобы перейти на вязание розовым. Вот такой кусочек. Это я повязала. Можно, конечно, измерить. Единственное, что эти измерения, они немножко неточные, потому что это изделие подсядет после стирки. И все это сейчас я, конечно, могу измерить, но у меня там есть расчеты, насколько оно сядет. 41 сантиметр. Ну, я считала, что где-то теряет на 10 сантиметрах 1 сантиметр. Значит, это 10%. Да? Если сейчас у меня здесь 40 сантиметров, значит, он минус 4, будет 36. Вот. Так что пока что еще надо вязать дальше вниз. Маркеры я перестегнула, так что продолжаю вязать свои изделия. Суббота, 17 февраля. Пару дней не снимала, но немножко вязала. Что я здесь довязала? Белый
кусочек. Здесь я распустила и сделала пройму. Получилось тут немножко длиннее, чем на спинке, но это не имеет значения, потому что эти все вот эти вот фрагменты, они могут быть совершенно разные. Значит, до проймы, вот до этого разреза проймы у меня, где тут он, вот он, да, 38 сантиметров. Если я приложу вот сюда, да, примерно, приблизительно вот сюда вторую часть, которая у меня довязана, да, вот здесь начинается пройма. Значит, у меня здесь получается 21 сантиметр. Этого вполне достаточно. Я просто думала, что у меня коротковата вот эта часть получилась. Но тут, по идее, пока что ничего довязывать не надо. И это такой законченный вариант плеча. И общая длина здесь 57-58 сантиметров. Ну, если потянуть, 58 сантиметров. Значит, тут я связала маленький-маленький кусочек и сделала пройму. То есть там распустила и довязала. Теперь голубой. Голубой продвинулся вообще замечательно. У меня уже переход на розовую резинку, как это ярко смотрится на видео. Маркер. Я думаю, что я постараюсь сегодня эту резинку довязать. Но она планируется длинной у меня. Минимум как на горловине, но я все-таки планирую, что она будет длиннее. Сейчас резинки вывязано на сегодняшний момент 6 сантиметров. Но я думаю, что я завтра, в воскресенье, повяжу активно и довяжу. 6, да, 6. Наверное, еще минимум столько же надо связать. И тогда будет красиво. Тогда это именно будет смотреться как блок, как фрагмент. Сейчас это смотрится просто как обработка резинкой. А мне хочется, чтобы это именно было фрагментом таким большим, явным. Значит, это вот на таком этапе. И все, вроде я больше ничего не вязала. А, черный. Где мой черный? Черный. Перешла на вязание передней части. Закрыла спинку. Просто закрыла пока что вот так. Без резинки. Решила уже потом довяжу, когда дойду уже. Когда можно будет это померить, одним словом, все вместе. И я набрала петли плеча. Вот на плече здесь. Вот. И уже начала делать перекрещивание. У меня здесь будут жгуты. Вот. Так, это выглядит, значит, вот здесь. Это будет вязание пока что по прямой. Ну, у меня здесь японское плечо, поэтому это будет по прямой 10-12 сантиметров, а затем уже будет выход на закругление горловины. В общем, сейчас это у меня вот так. И я провязала здесь буквально, может, 1,5 сантиметра. Вот. Черный. Значит, тоже хочу быстренько его продвигать. Нравится мне, как тут получается. Вот. Так что к черному тоже я вернулась и вяжу. Воскресенье, 18 февраля, и подвожу итоги недели. У меня связано тело джемпера. Вот такая красивая резинка внизу. Это маркер. Это я связала за день. И длина резинки здесь у меня где-то 11-12 сантиметров. Сейчас. Красиво смотрится. Вот так, если все это собрать. Вот. Вот так. Длина всего изделия не влазит немножко в экран. Но я скажу, что тут 59 сантиметров. Это еще до стирки. То есть оно постирается и подсядет у меня. Ну, если что, я тут оставила себе маленький запас. Я могу довязать здесь розовым.
В принципе, это позволяет сделать, ну, как бы, эта модель позволяет сделать резинку еще длиннее. Так что тут у меня закончено тело. В принципе, я планировала закончить тело на этой неделе, я это сделала. Жилет тоже продвинула. Вот. Маркер. Как-то активно так поработала я. Субботу, воскресенье, что у меня хорошее продвижение. Значит, здесь у меня вывязана уже часть вот этого ромбика посередине передней части. Я еще сделала тут такую шишечку. Вот. Так что теперь хорошо видно узор. Ну, я провязала вот от маркера. Ну, сколько здесь сантиметров? 6-7. Так что жилетку тоже продвинула. И это хороший результат. В начале недели у меня было, по-моему, связана только резинка, насколько я помню. Ну, или чуть-чуть тело. Так что здесь тоже есть продвижение. Дальше черный, который долго пролежал. Несколько недель я его все каждый раз показывала и каждый раз не продвигала. Связана спинка, но без резинки. И кусочек, одно плечо передней части. Значит, здесь у меня японское плечо, соответственно. У меня это будет вот так идти. Ну, тут плечо, насколько это можно показать на черном. Вот так. Вот так. Это впереди. И здесь, в принципе, у меня уже связана, мне кажется, глубина этого. Вот так лучше показать. Глубина выреза горловины. Здесь теперь нужно сделать закругление. Ну, соответственно, сначала связать второе плечо. Здесь сколько у меня? Получается 9 сантиметров. Ну, можно еще пару сантиметров довязать. Для того, чтобы глубина горловины была нормальной. Здесь еще петельку добавила, поэтому тут у меня еще маркер болтается. И вот маркер. Столько я связала за субботу-воскресенье. Значит, это черный. Еще у меня на спицах вот эта красота. Но ее я в эти два дня не продвигала в последние. И поэтому это все осталось вот в таком состоянии. Но обязательно буду вязать на следующей неделе. Вот такие результаты. Этой неделе, мне кажется, что очень хорошая. Я долго вязала вот это тело. И наконец-то я его закончила. И очень-очень этому рада. Спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. До свидания.